Сохранит ли краевая столица титул самого благоустроенного города России? В администрации прошли публичные слушания по изменениям в генплане Ставрополя. Согласно документу, до 2030 года в городе появится 85 детских садов, 40 новых школ, медучреждения и спортивные объекты. В генплане определены территории под комплексную застройку жилья и инвестиционные проекты. Предусмотрено развитие коммунальной инфраструктуры, дорожной сети и появление скверов. За 14 лет в администрации планируют озеленить около 60 гектаров. В целом участники слушаний поправки приняли. Замечания и предложения, которые поступили в адрес администрации, учтут при окончательном утверждении документа. В совокупности генеральный план города Ставрополя предусматривает динамичное развитие территории, перспективу развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры города.